интернет-канал «Новороссия», подразделение легендарного «Моторолла». Перед вами боец, который побывал в плену. Сейчас он сам расскажет о том, как он туда попал и что там было. Будьте добры, представьтесь. Санкевич Станислав Николаевич, уроженец Крыма, Жанкой. Служил во взводе «Шахтерска», командир отделения. На машине нарвались на фальшивый блокпост, нас окружили. Успели выпрыгнуть из машины вдвоем. Где это было? С водителем. В районе Красного Луча. Как давно? 24 августа. Служил я с начала июля. В плен попал 24 августа. С водителем успели выпрыгнуть из машины. Один остался в машине расстрелянным. Бросили его на броню. Мы с водителем были отвезены в Краматорск, где нас пытали. Кому вы попали в плен? Попали что за подразделение? Национальная гвардия. Национальная гвардия. Сорвали крест, выжигали на груди сепаратист, сзади немецкий крест. Вы можете продемонстрировать? Да, конечно. Это все зажило за 20 дней. Чем они выжигали? Раскаленной цепью и штык-ножом. А на спине? Понятно. А почему именно с свастику? Что они хотят этим сказать, на ваш взгляд? Не знаю. Они под какими-то наркотиками, походу. Там все на энергетиках. Ненависть такая, особенно к русским. Даже не передать. Краматорский, когда сидел в ямах, видел очень много людей. На цепи заводили такие же нарытые ямы вокруг. На цепи? На цепях, да. Скованные друг с другом. Угу. Их там держат очень много людей. Рядом минное поле, на которое я видел ошметки людей, выгоняют не понравившихся им. И люди погибают, там скованные цепью, там таскаясь по этим минам. И гоняют автоматными очередями. В общем, прежде чем освобождать Краматорск, надо освободить людей. Потому что они в ямах там погибнут. Там очень много ям нарыто. Я десятка два видел. А там только военнопленные или гражданские тоже? Очень много гражданских. Много гражданских. И женщины есть? Женщины были. Есть и женщины? Да. Девчонки молодые, их прикованные, там издеваются. Издеваются, стараются по ночам, чтобы их руководство не видело. Только начинаются сумерки, это начинается ад. Люди кричат. Я видел, как десантников восьмерых слышал, как пытали на ямах. Вот у нас к ним относятся очень лояльно. Даже был знаменитый парад военнопленных. Вы тоже отметили, что они были все в хорошей форме, сытые, накормленные. Когда их берешь в плен, вот по моему опыту тоже, они ведут себя совершенно уверенно, зная, что их пытать не будут. Порой даже наезжают, требуя к себе еще более трепетного отношения. Они же к нам относятся как к скотам. Вот, как решить эту проблему? Вторым Нюрнбергом? Да, только так. А вот пока вы там были, сколько людей в целом вот на ваш взгляд там находится? Я видел около 30. Около 30? То, что позволяла мне повязка на глазах. Это и гражданские, и военные. А как долго? Вот самый длительный срок пребывания кого-то? Не знаю, я был около 3 суток. Постоянно людей меняли, перекидывались с ям в ямы. Там, кого-то отводили, кому-то на пытки, кто-то там еще куда-нибудь. А потом участь этих людей, если они не погибли на минном поле, куда-то увозят? Конечно. Говорят, многие оттуда не возвращаются. Я слышал уже на Харьковском СИЗО это. Забрали меня в Харьковское контрразведка. Угу. Там был, да, в последнее время, позавчера, был освобожден вместе со всеми. Хотя думал, не выйду оттуда. А вот это их
нацистское мировоззрение, которое проникло в толчу даже обывателей, искренне поверивших в то, что они высшая раса, а мы низшая раса, подлежащая истреблению. Вот откуда все это взялось? Я тоже этот вопрос всем задаю. Неужели за 23 года люди, получившие образование в большинстве своем в Советском Союзе, смогли так перекодифицироваться, перестроиться, переструктурироваться? Неужели люди такие существа, что верят любому бреду, который вкладывают в их головы психопрограммисты? Вот, на ваш взгляд, откуда это? Почему? Может быть, какие-то более глубинные задатки были того, что они восприняли эту идеологию человека ненавистническую? Судя по их разговорам, то мне кажется, они над ними хорошо поработали. Потому что слова они чеканили четко. У них мировоззрение уже выстроено от начала до конца. Да. А получается, нам для того, чтобы победить в этой войне, мало выйти к границам, мало победить в военном плане, необходима победа идеологическая, духовная победа. Что вы хотите сказать от себя? Я вижу, трудно вам говорить после всего того, что было. Вставай, народ. Спасибо вам.